Ловят рабочие, ловит полиция. В ГСТК объявили войну расклейщикам объявлений. Миссия выполнима. Городские коммунальщики купили технику для быстрой ликвидации порывов. Жизнь постная. Православные горожане рассекретили нюансы пищевого воздержания. Кому медведя? Обитатели эколого-биологического центра вышли из спячки и ищут опекунов. Об этом и не только вы узнаете прямо сейчас. В эфире новости информационной программы «Город». В студии для вас работает Наталья Бернацкая. Здравствуйте. И к первой теме. Сегодня утром благовещенцы видели последний в этом сезоне снег. Он растаял уже к 10 часам утра. За окном установилась плюсовая температура, и ниже нуля в ближайшие пару дней она не опустится даже ночью. Однако теплая передышка будет короткой. В пятницу вновь похолодает. 1-2 апреля в Преамурье синоптики ждут мощный циклон. На севере области он пройдет в виде снегопада. В Благовещенск же непогода принесет дожди и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Впрочем, даже самые сильные осадки на грядущий пожароопасный сезон уже не повлияют. Он ожидается не только сложным, но и продолжительным. И по прогнозу специалистов не ограничится двумя месяцами – апрелем и маем. Лето в Преамурье будет засушливым, а значит вероятность природных пожаров сохранится. Официально пожароопасный сезон и все связанные с ним ограничения на территории города начнут действовать с 1 апреля. Однако палы регистрируют с начала недели. Все службы к работе готовы. Техника отремонтирована, навыки отработаны, в том числе на учениях. Об этом специалисты отчитались на брифинге. К тушению лесных пожаров в случае необходимости будут привлекать федеральный резерв, парашютистов-десантников из других регионов и 2000 добровольных пожарных. К тому же в этот раз патрулировать леса станут 2 беспилотника и охотники, для которых специально продлят весенний сезон разрешенной добычи птицы. На всех охотников будут разработаны памятки. На этих памятках будут отработаны система связи и порядок сообщения о возникающих возгораниях в охотугодьях, где будут проводиться охоты. Поэтому мы надеемся в этом году с помощью охотничьей общественности подконтрольность территории, где будет проводиться охота, с точки зрения своевременности обнаружения пожаров и возгораний, повысить. Перекресток Пионерской и Красноармейской завтрашнего дня нужно будет переходить по новым правилам. Светофор начнет работать в трехфазном режиме. Это означает, что пересекать проезжую часть пешеходы смогут, ориентируясь только на отдельную пешеходную секцию. Для этого электронный регулировщик в районе рынка пришлось модернизировать, установить дополнительное табло. Данный перекресток станет третьим в городе, где установлено трехфазное движение. С 2012 года оно работает в районе 50-летия Октября Амурской, с 2015 года на пересечении 50-летия Октября и Красноармейской. Система, по данным госавтоинспекции, позволяет увеличить пропускную способность перекрестка и снизить число аварий с участием пешеходов. Убрать с улиц около 40 незаконных рекламодателей в Томске помогла система автодозвона, которую организовала санитарная милиция. Из-за непрерывных звонков на номера, указанные в уличных объявлениях, телефоны блокировались. В Благовещенске пока такая система не работает, но основания ввести ее уже есть. Ну вот они результаты. Вот это ежедневно, ночами, вечерами мы поймать не можем их. Они вешают, вешают и вешают. Николай Яковлевич – старший подъезда в доме по адресу Ленина, 127, и по совместительству супергерой, который вот уже 10 лет ведет неравный бой с расклейщиками объявлений. Давно понял, поймать их за руку не так-то просто. Разговоры с рекламодателем бесполезны. Вот звоню я предпринимателю, вот оно, номер телефона, ну что тут. Звоню ему, так и так. Культурный, молодец, знает, тактичен. Хорошо поняли, больше не будем. Вот, пожалуйста, на деревьях висят, на стенах вешают. Я уже думаю, блин, волю дай, они мне на унитазе наклеят. Раздражение капитальное. Дом, что по соседству, недолго радовался новому фасаду. Расклейщики оказались беспощадные к нему. Жильцы одного из подъездов свою дверь как могли обезопасили. Подействовало. Сегодня уберем, если эту улицу. Завтра можно приходить, по новой их отклеивать. На муниципальной территории борьбу с рекламой ведут рабочие ГСТК. С начала года им пришлось очистить порядка 200 конструкций. Столбы, фонари, светофоры и автобусные остановки. Ежедневно вдоль центральных улиц собирают по 2-3 мешка объявлений. На окраинах поменьше. Иногда одним только скребком с работой не справится.
Видели наши рабочие тоже. Едет двое мальчишек на велосипедах. Один встает, останавливается возле столба, встает на сидушку, наклеивает наверху объявление, ну, чтобы не содрать его было, просто нашим рабочим, которые идут, слазят и дальше поехали. А ну, нашим рабочим уже приходится на стремянках лезть и сдирать. Административное наказание для таких нарушителей предусмотрено – от 500 до 5000 рублей. В прошлом году штрафы заплатили 4 рекламодателя, хотя могли бы и сэкономить. На территории города Благовещенской администрации размещено 99 тумб для бесплатного размещения рекламной информации гражданами города и юридическими лицами. Данные тумбы размещены равномерно во всех районах города. На каждой из этих тумб есть сектор для бесплатных объявлений. Если этот призыв не возьмет действия, то властям придется обратиться к опыту Томской области. Они доказали, автодозвон работает. Кристина Каширина, Андрей Белый, программа «Город». Стали известны подробности трагедии, которая произошла накануне в доме по улице Калинина, 61. Там из окна 8-го этажа выбросилась девушка. А перед самым падением ее пытался удержать отец. Девушку, стоящую в окне, увидели соседи. Они-то и вызвали спасатели, которые подъехали без промедления. Но пока поднимались в квартиру, молодая благовещенка прыгнула. По неофициальной информации, в этот момент в комнате находился отец девушки. Он успел схватить ее за халат и забросить на окно 7-го этажа. Но пострадавшая не удержалась, упала на землю и от полученных травм скончалась в реанимобиле. Правоохранители начали проверку. Она продлится от 3 до 10 суток. Повышение гражданской активности женщины, их роль в политике и бизнесе сегодня обсуждали на областном женском форуме «Время пришло». Его организатором выступило региональное отделение «Единой России». Участие в форуме приняли более 900 амурчанок, среди которых представители власти, руководители общественных организаций, муниципальные служащие и прочие активистки. Открыли форум дискуссии на тему «Женщина во власти». Дамам предложили выявить основные критерии устойчивого развития области и роль женщины-политика в повышении уровня жизни в Приамурье. А мэр города Валентина Калита, выступавшая в дискуссионном клубе в качестве эксперта, призвала амурчанок быть более политически активными. Наши с вами предшественницы на протяжении столетий воевали за то право, которое сегодня многие женщины игнорируют. Прийти на голосование и повлиять на ход выборов. У нас есть резервное время для того, чтобы не просто подумать, а найти решение для того, чтобы привлечь женщин. Порывы на городских сетях будут устранять в разы быстрее. На ускорение процесса АКС потратили 4 с лишним миллиона рублей. Купили сразу несколько комплектов оборудования. Технологичный Динрус уже зарекомендовал себя в других городах. Справится ли у нас, специалисты решили узнать в рамках устранения условного порыва. Ситуация внештатная, обнаружен порыв. Задача – устранить как можно быстрее. Промедление непозволительно. Черепашья скорость в коммунальных делах может оставить без воды детсады и сотни потребителей. Качаем колодец по времени минут 15-20. Воды не слишком много, держать не тяжело. Автомобильная и коммунальная. Сразу две аварии. Калинина, Октябрьской сегодня не повезло. Впрочем, быстро разрулили даже коммунальный затор. Гидравлический Динрус качает как надо. Что жидкость, что газы. Как обычно, газы, как в погребах, так и в наших водопроводных колодцах. Газ присутствует иногда, не во всех, конечно, колодцах, но есть места, ну, человек задохнуться может просто от них. Насос, вентилятор и даже болгарка. Работает на бензине и с легкостью прячется в кузов обычного газа. Таков он, высокотехнологичный прибор. Безо всяких компрессоров и вакуумных машин за считанные минуты избавил город от условного порыва. Как будет в реалиях, разве кто скажет? Честно говоря, только поступило, посмотрим. Пока, в принципе, себя хорошо показало. А дальше видно будет, как она себя будет. Надеюсь на лучшее, конечно. Наталья Бернацкая, Михаил Величкин. Программа «Город». Соблюдение религиозного поста увеличивает уровень полезного холестерина на 20%. К таким выводам пришли специалисты Института питания из Туниса. В исследовании участвовали мусульмане, добросовестно соблюдающие Рамадан.
Над православными таких экспериментов не проводили. Выяснить, как они себя чувствуют и что ставят выше пищи материальной, решила Юлия Мишурнова. Сундучок с шоколадками – маленькая слабость сладкоежки Ирины. Вот только во время поста его содержимое – запретный плод. Так что вместо чая с конфетой в прикуску на ужин – кукурузная каша. Без масла, но с вареньем. Благо, день поста позволяет. В другие девушка ест только непрошедшую обработку пищу. Салаты, приправленные лимонным соком, и некипяченую воду. Ирина хоть и новичок в этом деле, но пост соблюдает стоически. Как-никак готовилась не только морально, но и физически. Вообще к посту как бы заранее подготавливаются несколько, 2 недели подготовительных. То есть первую неделю подготовительную нельзя есть мясо 2 дня в неделю. На масленицу уже как бы всю масленицу уже нельзя есть мясо. Ну а потом после масленицы уже получается отказываешься от молочного и мясного. Не сказать, что мне было бы прям сложно. Вот у нас недавно был день рождения на работе, там тортик, все такие, тебе, наверное, сложно. Нет, как бы я бы не сказала, что очень сложно. Казначей храма всех скорбящих радость Ольга постится уже 10-й год, но не столь фанатично. Ибо пост должен быть во благо, а не во вред здоровью. Так что старается, чтобы еда была и горячей, и разнообразной. Например, сегодня на ее столе будут вареники с капустой, только тесто без яиц. А вообще, признается женщина, ограничение в еде во время поста – дело второстепенное. Главное – духовная чистота и стремление делать добро. Бог какой пост избрал? Раздели с голодным свой хлеб, раздели с нуждающимся свой кров, раздели с тем, кто плохо одет, раздели свою одежду, помоги. Должна быть любовь. Смысл поста – это увеличение любви в мире, увеличение милосердия, увеличение вот самоотдачи какой-то, чтобы не только я, мне, мое и под меня, и для меня, а вот наоборот, Христову любовь явить. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин, Андрей Белый, программа «Город». Где взять путевку в санаторий и как получить необходимое средство реабилитации? На эти и другие вопросы амурчан отвечали в приемной партии «Единая Россия». Консультацию организовал Фонд социального страхования. Мы в одну очередь вставали на тазобедренный аппарат. В неразберихе с номером очереди попросил разобраться Ефим Александров. Тазобедренный аппарат положен его дочери. Но уже несколько месяцев семья не может получить его. Специалисты пообещали разобраться в вопросе и ускорить процесс выдачи. Даже несмотря на то, что в Преамурье такие аппараты не делают. Есть Новосибирск, также есть Институт Альберта в Санкт-Петербурге. Согласуем с ними, то есть возьмутся они за эту работу, не возьмутся, согласуем сроки. И давайте на следующей неделе я вам перезвоню, уточню, что и как, что у нас в итоге получилось. Однако большинство пришедших на прием волновал другой вопрос – как получить путевку в санаторий? Не все знают, какую процедуру нужно соблюсти. Специалисты объяснили, все желающие должны предварительно подать заявку в соцзащиту, а к заявлению приложить справку от врача. Сменил 4 костюма, 2,5 часа пел свои самые известные хиты и даже тот, что подготовлен специально для Евровидения. На сцене УКЦ выступил будущий участник масштабного музыкального состязания Сергей Лазарев. Певец привез в столицу Преамурья программу «The Best», посвященную 10-летнему юбилею своей творческой карьеры. Концерт собрал полный зал.
Мартышка Леша, медведь Паша и еще 95 животных, проживающих в эколого-биологическом центре, ищут опекунов. Сейчас помощников у зоопарка всего 13, поэтому полноценно прокормить питомцев и обеспечить им медицинский уход у работников центра не получается. Как помочь животным и обрести друга, знает Анжелика Павлова. Косолапые Даша и Паша бодрствуют уже почти месяц, устраняют авитаминоз после зимней спячки морковкой и яблоками. А нехватку железа восполняют с помощью прутьев клетки. Их брат с сестрой облизывают целыми днями и не любят, когда им мешают. А вот рысь Гера более спокойна. В эколого-биологическом центре живет больше 6 лет. Привезли ее больную из Хабаровского зоопарка. Они нам ее подарили маленьким-маленьким полудохлым котенком. Нам пришлось ее долго выхаживать. Силами рабочих вот из соски выкармливали. И так как она, была не очень здоровой, пришлось ее лечить, ставить ее на лапки, делать массаж. В результате полученных, скажем так, лекарств, антибиотиков, Гера практически слепая. А еще антибиотики нанесли вред печени Геры. И теперь работникам зоопарка приходится тратиться на дорогостоящие лекарства, которые поддерживают работу этого органа. Сима, ну иди сюда. Иди, мой хороший. В должном уходе, финансовой поддержке и просто внимании нуждаются все 110 животных. 3 года назад зоопарку помогали 20 добрых людей. Но из-за кризиса, рассказывает Галина Казимирова, их число сократилось ровно в половину. Поэтому в зоопарке снова ждут всех неравнодушных. Любой опекун, любой человек, это может быть организация, это может быть частное лицо, могут взять любое животное под свою опеку. И сумма может быть любая. Не обязательно, что вот пришли и сказали, вот вы нам... Вот мы хотим медведя, вот он вам будет стоить там 7-10 тысяч в месяц. Нет, у всех разные возможности. Взять под опеку можно сразу нескольких зверят. И при желании на их клетке установят табличку, что опекуном, скажем, вот этого милого кролика являетесь именно вы. Анжелика Павлова, Андрей Белый. Программа «Город». Хризантемы и пионы теперь можно увидеть не только в цветочных салонах, но и в кондитерских магазинах. Для благовещенских кулинаров провели мастер-класс по малазийской технике украшения тортов. Ваять съедобные цветы учила преподаватель кондитерской школы из Санкт-Петербурга. Сколько килограммов крема ушло у ее учеников и кому из них пришлось остыть? Сейчас узнаете. Основа нашей вообще малазийской техники – это шарик. И начинаем накладывать лепестки. Цветок ранункулюс, или как окрестили его местные кондитеры, капустка, в малазийской технике – основа основ. А делается быстро и просто. Самым обыкновенным кондитерским мешком с плоской насадкой. Каким пользовались еще в СССР. Да и состав крема мало чем отличается от старого доброго масляного. Разве что пропорциями. Они вкусные, крема. Он не настолько жирный, как тот был советский. Они легкие и... Они имеют совершенно другой вид. Мы должны сохранять именно такой европейский вид. Мы не должны перебарщивать с кремом, мы не должны перебарщивать с цветами. То есть это не должна быть какая-то охапка цветов, переваливающаяся через торт. Однако даже на такие скромные тортовые букетики у мастериц ушло целых 9 килограммов крема. И это при том, что первый блин, точнее бутон, здесь не выбрасывали. Использовали как отправную точку, чтобы прогресс был заметнее. На сладкой работе Юлия 3 года. Однако цветы предпочитала ваять из мастериц. Работа с кремом оказалась куда сложнее. Мне намного сложнее, потому что у меня очень горячие руки, и чтобы сделать один цветок, приходится придумывать разные моменты, чтобы этот крем не таял. Крем ставим в холодную воду, в железные чашки, чтобы все это более-менее быстро работало. Остывать приходилось не только крему и рукам, но и готовым цветкам. Украшать торт необходимо холодными изделиями, чтобы творение не поплыло. Ведь в основе крема ни грамма консервантов и стабилизаторов. Сейчас очень модно использовать натуральное сырье, натуральные продукты. Поэтому вот наш последний, наш мастер-класс именно связан с этими, с кремовой кондитеркой. То есть кремы натуральные, не какие-то там... Другие компоненты, как вот одно время использовались, было очень модно быстро делать. Придутся ли по вкусу такие тортики благовещенским сладкоежкам, покажет время. Однако кондитеры настроены оптимистично и уверены, в нашем городе ценители сладкого малазийского искусства найдутся. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город». На этом выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, в любое время новости доступны на сайте tvgorod.rf. Позвонить нам можно по номеру 52 42 02. Приятного вечера. Встретимся совсем скоро.